«Пушкин-220» – это конкурс для любителей творчества бессмертного классика. Ребятам предлагают по-новому взглянуть на произведения писателя и поэта и поделиться впечатлениями о характере героев и традициях XIX века. Исследовательская номинация предполагает детальное изучение творчества Пушкина и его биографии. Они изучают ее, и самое главное, что нам очень интересно размышления ребят на эту тему. Нам бы хотелось, чтобы они какие-то новые, неизвестные факты из биографии или творчества Александра Сергеевича открыли, работая в этой номинации. Самые популярные номинации у детей – это изобразительное искусство. Принимаются рисунки карандашами, красками, мелками по мотивам произведений или биографии Пушкина. К технике и стилю строгих требований нет, а формат картины должен быть либо А4, либо А3. Благодаря вот этой номинации, в принципе, мы можем даже устроить и выставку творческих работ, посвященных Александру Сергеевичу Пушкину. Такие работы всегда являются украшением, ну, и нашей детской библиотеки, наших мероприятий, ну и, возможно, классов, там, групп детских садов и так далее. Исполнительское мастерство – это номинации для юных артистов. Чтецы, певцы и актеры могут продемонстрировать свой талант на сцене и представить жюри и зрителям музыкальные композиции, сценки и моноспектакли. Мы предлагаем ребятам по желанию почитать, например, выразительно какие-то произведения Александра Сергеевича. Можно поставить театральную постановку, можно исполнить музыкальные произведения по мотивам пушкинских произведений. Работы для участия в исследовательской и творческой номинации принимаются до 15 декабря. Прослушивание участников третьей номинации состоится 14 декабря. С условиями конкурса можно познакомиться на официальном сайте библиотеки или в группе в социальной сети ВКонтакте. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.